зовут Мария Агафонова. Мне недавно исполнилось 7 лет. Я в детстве пела в колыбельке. Я очень рано просыпалась, а мама с папой думали, а что это за звуки? Вот такой. Когда мне было 4 годика, я вышла на сцену. Очень испугалась. У меня были глаза шишки. Вот такие. Это мой талисман удачи. Это скрипичный ключ. Он делает лучше пение и больше старательства. Это же красивая прическа и платье. Я пойду в нем выступать, и мой талисманчик поможет. Здравствуйте, меня зовут Мария Агафонова. Мне недавно исполнилось 7 лет. И я немножко волнуюсь, и поддержите меня аплодисментами. Конечно, давай, конечно, вы что, мы поддержим тебя. Пожалуйста, забыла сказать. Какой образ супер! Красивая! Да. Тебе нравится ее платье? Да. Видимо, что-то морское будет петь. Давай, солнышко, мы с тобой! Давай! Давай! Что она петь будет, интересно? Что-нибудь детское, наверное? Хотя у нас еще никто детское не пел, все попсы какие-то поют. Агафонова, 7 лет. Посмотрим, сколько баллов она набрала. 10! Так, дети, тихо. Мария, привет. Здравствуйте. Я Николай Басков. Не знаешь меня? Знаю. Ух ты. Ну скажи, как тебе успех твой? Хорошо. Ну, ты рассчитывала, что у тебя будет 96 баллов? Нет. А сколько ты думала? Ну, я вообще ни о чем не думала, только о
своем выступлении думала. Все правильно, молодец. Сергей Лазарев хочет тебе задать вопрос. Машенька, это невероятно то, что ты сейчас сделала. Начало было вообще сногсшибательное. Ты так аккуратно, так тонко, ювелирно все пела. Потом, когда уже хор сотни тебя поддержал, чуть-чуть мне стало тебя хуже слышно. Но, тем не менее, я слышал твое начало, и мне было достаточно этого начала для того, чтобы понять, что ты музыкальная девочка, что у тебя может быть большое будущее, если ты будешь продолжать активно работать. Ты обещаешь мне это? Да. Обязательно. Но при этом четыре человека не встало, и вот Степан, который находится рядом с тобой, постепенно приобретает все твои минусы. Степан, почему тебе не понравилось выступление Марии? Ну, Мария, она очень милая, и мне просто... Я постарался вот закрыть глаза, чтобы не смотреть на твою милоту. Вот. И мне показалось, что она немножко низкая для тебя. По тональности? Да. Вот ты, наверное, все, из-за чего я не встал. В его словах есть доля правды, конечно. В некоторых моментах немножко было низковато, но, тем не менее, ты справилась. Мария, ты большая умница, потому что ты набираешь 96 баллов и становишься второй в тройке лидеров. Мы, к сожалению, должны попрощаться с Таисией Гордоновой. Давайте поаплодируем ей. Таисия! 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 Вы смотрите спецвыпуск невероятного шоу «Ну-ка, все вместе». Это первый вокальный проект, в котором детей оценивают дети. Давайте продолжим!